петушки, вот. Вы вчера мимо шли с церкви, а сейчас опять привезли мимо, идете опять с церкви? Я говорю. Вчера вы сказали, что идете мимо с церкви. Сейчас вы опять мимо идете с церкви. Я всегда хожу. Опять чисто случайно. Как житель Донецка привезли целую команду тетушек опять. И не стыдно, правда? И не стыдно, да? А тебе стыдно? Мне нет. Я честный человек. Вот тебе будет стыдно. И когда ты скоро перестанешь руководить армянами Украины, вернее, Донецкой области, будет еще стыднее. Уже армяне тебя осудили, понял? Посмотрим. Конечно, потому что армяне не все тетушки. И армяне не все тетушки. Масса армян. Армяне не все позор. Вот здесь масса армян. Позор, позор. Ручку. Ручку. Вот, Миша, все снимают. Хорошо.